Николай Кимчук. Эпиграф из Осипа Мандельштама. Бессонница, Гомер, тугие паруса. А бывает ли у птиц бессонница, если жить беспечно и бессолнечно, если жить отважно и наполненно? Вряд ли долетишь до лютой полночи. Может, остановишься у края, в лес глухой и синий забирая. Там свербит нелепая бессонница, наполняя смыслом смутным сон лица.